Во втором веке до нашей эры, после второй тоже пунической войны, произошел такой культурный взрыв, который поразил все римское общество. Такое изменение в жизни, что можно назвать ее настоящей революцией нравов и сравнить с итальянским возрождением. Это связано было отчасти с близким знакомством с Грецией и восхищением греческой культуры. Но, естественно, это явление вызвало сильную реакцию. И вот тогда в обществе появилось две группы людей, две партии, два течения, как хотите. Одно из них, оно ратовало за новое. И знаменем его была Эллада. Поэтому назывались они эллинофилы, их называют эллинофилы или фил-эллины, то есть любящие греков, эллинов. А противники их назывались мизеллины, то есть эллино-ненавистники, которые, наоборот, отрицали все это новое. Во главе эллинофилов стоял Сципион Африканский, во главе мизеллинов – Катон Старший. Вся жизнь того времени, значит, начинает меняться. Аристократы начинают нарядно одеваться, начинают ставить греческие картины, статуи в своих домах, они перестраивают жилища, они восхищаются греческими стихами, они слушают лекции философов. И вот всем этим людям противопоставляет себя Катон. Его такая мрачная, темная фигура выделяется на фоне всеобщего веселья. В своих произведениях он старательно себя противопоставляет обществу. Они живут в виллах с мозаичными полами. У него дом даже не оштукатурен. Они пьют из красивых греческих чаш. Он из простой глиняной кружки. Они заказывают дорогие блюда у лучших поваров. Он ест только простую крестьянскую пищу. Они пьют дорогие вина. Он пьет только тот же напиток, что бедняки-гребцы. Вот эту борьбу с новыми нравами Катон вел всю жизнь. И он считал, что у него три врага. Первое – это эллинская культура, второе – роскошь, а третье – новые легкие нравы. Вот с ними он и боролся всю жизнь. В наставлениях сыну он пишет: «Эта раса про греков в корне развращена. Верь мне, в моих словах такая же правда, как в изречении оракула. Они все погубят, если перенесут к нам свое образование». Он клеймил людей, которые любуются греческими статуями. Он называл поэтов бездельниками, а дружбу с поэтами приравнивал чуть ли не к преступлению. Он говорил, что всех греков нужно изгнать из Италии, и они все уничтожат, если перенесут в Рим свое образование. Ну вот, как я уже сказала, эта борьба продолжалась у него всю жизнь. И вот один из первых эпизодов для нас звучит почти анекдотично, но тем не менее. Во времена Второй Пунической войны, после страшного поражения, нанесенного Ганнибалом, было принято постановление, что женщины должны ходить в трауре. Это была такая добровольная эпитимья, которую они наложили на себя. Ну вот война кончилась, римляне уже побеждают, завоевывают другие страны, кругом радостно, светло, а они все еще должны ходить в трауре. Они, конечно, возмущались, что их одних исключили из общего веселья. И вот два галантных трибуна задумали отменить закон. Катон страшно возмутился. Он хотел законом обязать женщин ходить в черном, не носить украшения и не пользоваться косметикой. Поэтому он подговорил двух других трибунов наложить на отмен законы вето. И вот в день обсуждения случилось неслыханное событие. Все женщины Рима выбежали на форум. Хотя женщины не должны были участвовать в общественной жизни и бывать на собрании. Но тут их невозможно было удержать дома, и они обращались ко всем, умоляя голосовать за отмену закона. Тут сквозь толпу протиснулся Катон, и он произнес горячую речь. Он метал на голову дерзких женщин громы и молнии. Он обличал новые нравы, греческую культуру.
Кончилось все, однако, неожиданно. Вот эти дамы кольцом окружили трибунов и кричали до тех пор, пока они не зажали уши и не пролепетали, что согласны на все. Но, естественно, Катона это не смирило. Следующее, что он делает. В это время в Риме в необыкновенную моду вошли вечеринки и веселые сборища. И вот Катон решил положить этому конец и провел закон, что те, кто пригласил к себе в гости больше определенного числа людей, они подлежали наказанию по суду. Далее, особенно суровым было его цензорство. Он исключил из сената человека, который среди бела дня в присутствии дочери поцеловал свою жену. Он говорил, что семья должна быть суровой, патриархальной. Сам он обнимает свою жену только во время грозы, потому что она боится молнии. Еще одного человека он обличал за то, что тот читает греческие стихи, подчас поет и танцует. Но Катон не довольствовался этими выступлениями. Он взялся за перо, и на нашу необыкновенную радость он оставил огромное литературное наследство. Даже перечисление его поражает. Он написал историю Рима, он написал трактат о сельском хозяйстве, он написал трактат по риторике, по военному делу. Но все эти трактаты имели яркий полемический характер. Ну, возьмем вот самую невинную вещь, казалось бы, трактат по медицине. Оказывается, он был сугубо полемический. Дело в том, что лучшими врачами считались греческие врачи, Асклепиады. Естественно, каждый хотел к нему обратиться. И вот Катон писал сыну, они стремятся уморить всех варваров, но еще просят за это денег. Поэтому я запрещаю тебе вступать в какие-нибудь отношения со знатоками врачебного дела. И в пику им он открыл собственную лечебницу, где пользовал больных, и написал трактат о медицине. Я позволю себе несколько его рецептов привести. Ну, самым целебной вещью он считал капусту, действительно полезная вещь. Он говорил, что капуста помогает от вывихов, от боли. Если разрезать и посушить капусту, и заправить ее уксусом, то здоровее этой пищи нет ничего. Она помогает при сердцебиении, тоске, меланхолии, головных болях, желудочных заболеваниях. Если собрать мочу человека, который ел капусту, и сделать ванну, то можно избавиться от всех болезней. Это проверено опытом, говорит он. Если ребенка слабого сложения вымыть в этой моче, он будет сильным на всю жизнь. Если обмыть глаза человека, который плохо видит такой мочой, он всю жизнь будет отличаться большой зоркостью. Если влить отвар капусты в ухо, то тугоухость пройдет. Второй способ лечения, который он очень активно пользовал, это различные заговоры. Например, при вывихе надо было 3 раза повторить сфдарис, сардарис и еще одно слово, которое мне трудно проговорить, потому что оно состоит из многих слогов и совершенно, конечно, не латинское. Это слово очень такое чисто магическое. Но вот что очень интересно, когда мы занимаемся Катоном. Это вот что. Катон постоянно противопоставлял роскоши своих современников, простые нравы предков. Вот кругом были соседи, которые купались в золоте, а сами полководцы варили репу в глиняном горшке и побеждали их. И мы можем себе ожидать, что Катон был сам бедным человеком. Ничего подобного. Он был богатейшим человеком Рима. Этого мало. Он сам свои деньги эти заработал, потому что он был первым римским капиталистом. Он вел очень широкое капиталистическое производство, очень. В частности, занимался некоторыми делами, которые просто были запрещены. Например, ростовщичеством,
А хотя предки говорили, что ростовщичество равносильно убийству. Далее, морской торговлей тоже не мог человек заниматься, сенаторского достоинства этим. И он настолько разбогател, что он говорил, что сам Юпитер не может причинить вред его богатству. Проблема волновала уже современников Катона, и они часто его обвиняли в лицемерии. Мне кажется, что дело обстояло тут несколько сложнее. Опять мне хочется прибегнуть к аналогии. Мы знаем, что эпоха Возрождения – это было увлечение новой культурой, новыми нравами, возрождение Греции. И как реакция появились протестанты, пуритане, темные люди, такие в черном, которые выступали против роскоши, выступали за дешевую церковь. И их идеал были простые. Раннехристианские апостольские общины, где вообще не было имущества. Но мы же знаем после Макса Вебера, что именно они были зачинателями капитализма, что капиталистический дух – это протестантский дух, и без протестанства капитализм бы не распространился. И вот, как ни странно, нечто подобное мы видим в Риме. Катон одновременно борец против роскоши, против греческих нравов, одновременно он зачинатель римского капитализма, который впоследствии достаточно широко разросся и был знаменит.